слух. Вот звук не получился, расскажи еще. Сейчас. А это звук, это птица? Нет, нет, нет. Звук не записался. А, это сначала, да. Это золотой бамбуковый лемур. Это лемур считали исчезнет давным-давно. До, да, и открыли, снова открыли 1986 года. И это была научник, американская научника, называется Патрисия Райт. Открыла это лемуры. И с этого времени она глубоко изучает лемуры. То это лемуры больше едят бамбук, и только бамбук содержит цианид. И когда у нее в желудок много цианидов, то ей надо кушают землю, выпишивает, выпирашивает. А для пищеварения? А, нет, для пищеварения. Для пищеварения это лемура надо едят землю. Это редко увидят, это лемура рожает там близнецы, потому что каждый год он рожает только один маленький. И, конечно, это принадлежит к семье лемуридей, значит, они едят вообще листы, дикие фрукты и коры дерева, но это только едят бамбук. Они не пьют воду. Они пьют воду. Они пьют воду. И у них они живут в семью на 4 до 6 членов. Это лемуры могут жить до 20 лет и весит 3, а взрослые весит 3 килограммов. У них, конечно, хищники. Хищник это змея, удав, например. Удав есть, здесь есть два вида удав. Земляный удав и деревянный удав. Это первый хищник, это лемур. И второй хищник это орел. Орел тоже есть. И третий хищник это фуса. Фуса это сорт большой млекопитающий. Да. И, конечно, человек на другом месте, люди охотятся, это лемур, и едят. Закони нам будет мамеян народы. Закони нам он тиракрет. И ноябрь и декабрь это время они рожают маленькие. И вот эти близнецы мы сейчас увидели, родился в ноябре. И самка беременность 3 месяца. Значит, июня-июля они соединяют, и 3 месяца, значит, 3 месяца беременность. Значит, в ноябре они рожают маленькие.